А вчера посещали а-ля-карт ресторан Орка рыбный. Ну, недовольны. Ни в одном ресторане такого не было. Я был еще в этом Лемон Сол Макади. Салаты самому набирать, суп сам насыпай, хлеб сам бери. Ну, в общем, такое. Принесли только жареную рыбу. Там три кусочка кальмара в кляре. Кусочек рыбы, какой-то салатик нарезана, морковка с кабачками зелеными, молодыми. Ну так. Ну, рыба вкусно была. Но самообслуживание в ресторане а-ля-карт — это вообще нонсенс. Вот такой рыбный ресторан. Фишермены. Вот такое второе блюдо принесли.